И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем Гаррис Мод, хоррор-карта, как вы все любите. Димончик, поздоровайся. Всем здравствуйте. Хотел сказать всем привет, ну а мы начинаем. Сами оружие есть, но инвентарь не отображается, тап не работает. С работает, это уже хорошо. Опа, смотри, как они жестко открылись. Так, ребята, я готов пугаться. Так. О, здесь шифт работает. Опа, открылось. Заходим. Трупейшн лежит. Он у нас тут. Ковчики такие легкие. О, смотри, шевелится, Димон! Какой же это хоррор, он шевелится. Ты видел, там зомбак был? Да, я видел, он упал сверх. Откуда он мог тут упасть, если тут ничего нету? Да он из этого вылез. О, смотри, здесь тебе не надо жетушки? Нет, в чем прикол? Знаешь, он дергался, почему? Из него, короче, зомбак вылез. А, из чувака вылез зомбак? Я сначала не въехал. Да-да-да-да-да. Все. Я потом запись посмотрю и удивлюсь. Мне что-то показалось, что он как будто упал. Ну, показалось. Давай теперь сюда. А, закрыто. Ой-ой-ой-ой-ой! У меня волосы немножко пошевелились. Ты не видел? Что-то пролетело. Да, какая-то шняга черная пролетела. Смотри, там сломалась стена. Я когда боюсь, я начинаю ржать. Смотри, отсюда там какая-то черная хрень лежит. Где-где-где? Там черная хрень. Нет, налево посмотри там. Да, я вижу. Там что-то на полу лежит. А мы не сможем открыть? Так, давай, Димончик, поищем. Надо как-то калитку это открыть. А ну, открывай здесь. Закрыто? Не открывается. Закрыто. Надо что-то найти здесь. Да, сюда в кровище. Найти. Сюда пойдем. Идем, идем, идем. Ух, Димон, я верю, ты и так испугался. Ты. Офигеть, я сейчас прыгнул прям со стула и микрофон чуть не упал. Наконец-то, Димон, ты испугался. Вы думали, только я, ребята, пугаюсь? Димон тоже пугается похлеще, чем я. Я реально сейчас просто подпрыгнул на стуле. О, Димон, тебе не надо картина «Писающий мальчик», не? Хоррор, блин, поиграй. О, она рассыпалась. Фух, у меня аж это, я не могу отойти от этого. Ну, дверь закрыта. Подожди, может, чего? Вокруг дома надо обойти? О, Дима, тут тоже дверь. Да? Она открывается. А, дверь закрылась. Дверь закрылась, не могу к тебе войти. Тут зомби. Был на бензопиле? Я аж глотнул, блин. Я не ожидал. Че, может, у него подобрал какой-то ключ, не? Подожди, а это что? Может, эта штука нам надо? Ой, я что-то взял. О, велосипед, давай возьмем. На нем нету скатов. Вот я, дурачок, взял велик поперек и хочу вынести. Я слышал звуки рядом с собой. Так, я иду с тобой, я хочу смотреть, как ты пугаешься. А, здесь все, ничего нет. Я не хочу больше первым ходить нигде. О, лопата. Давай попробуем дверь лопатой вскрыть. Ломай. А может, эту штуку взял и дверь сейчас откроется? Давайте попробуем. Нет. Нам написано, что мы должны поспать где-то. Ты думаешь? Какой поспать? О, вентиляция, Димон! Я заметил вентиляцию. Давай, ломай. Случайности не случайны. За мной. Я покажу тебе код. Это было не спать написано, это было что-то. Иду. А! Ё-моё! Я слышал, что-то там. Да там чувак упал с головы. Ох, и карта! Пятизвездочная карта. Она реально классно. Я по тебе только что не попал случайно. Ты над головой стрелял, у тебя-то скин маленький, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я бью ящик и выпрыгиваю. Так, вон там что-то есть, надо ковырялочку нашу взять. Ах ты, ё-моё! Пугают меня, вы чё такие дерзкие? Аптечка. Не, аптечка не берется. Эти шкафы тут все разломаем. Не ломаются. Ключика нету здесь, Димончик? Не хочет. Сейчас я тут все смотрю, потому что какая-то мелочь может играть очень большую роль. Оба-на. Давайте все-таки СМГшечку возьмем. Крафт так, а ты убью. Где? Ты на втором. А, вот на втором этаже. Доски не ломаются. О, доски ломаются, Димончик. Тут хэдкрабов куча. Я иду. Было, я так вижу. Ты уже тут все зачистил. Да. О, здесь Лечечка. Ведро. А, я провалился! Димас, найди дырку это в полу где-то там должна быть. Сейчас, я иду. Подожди, тут ну, может что-то быть, а я пропущу. Патроны. Димас. Иду, я подожди. Я видел тебя.
рядом где-то светился там еще. Ты на втором этаже, да, бахнулся в яму? Все, я вижу. Я вижу тебя. Я с тобой. Спаси меня. Есть. Так что тебя спасти? Кто бы меня спас тут? Да ё-моё! Оба-на. Ой-ой-ой, ребята, я даже не ожидал, что здесь такое есть. Карта весит 5 мегабайт, если что. Так, нам надо найти ключик, чтобы открыть ту калитку, которая на первом этаже. Да нам нужно убегать отсюда. Надо делать ноги, нет, нам надо ее пройти. Надо убегать. Листу посередине стоит. Я теперь буду знать, что все проваливается. А что ты за черный мудила такой? Я не знаю, как на него сказать просто. У меня тут какое-то привидение было. Да-да-да, они так делают, заскриптовано все по красоте. Так, здесь закрыто. Давайте посмотрим, что там. Блювотная штука. Блювотная штука. Я туда не пойду. Хочешь на гонятки тебя прокачу туда, Димас? Не-не-не-не-не, там штыри, там шипы торчат. Проходим. Ох, это крабушка. Здрасте. Хорошо танцую. О! Ты чё с этого упал? Они так прикольно здесь все сползают. О, дрободашик. Ещё. Давай сюда, маленькая. Тут вентиляция есть. О, так нам туда, наверное, и надо. Подожди, сейчас, демончик, я всё обыщу здесь. Да, чтобы мы ничего не пропустили. Так, ну... Мухи летают. Смотри, здесь лежат инструменты, да? Гаечные ключи, какие-то... Плоскогубцы, какие-то бокорезы. Куча крови, подозрительно. И какашек. Ну, по поводу какашек я не буду спорить. Слышишь звуки, как будто горилла какая-то орёт. Угу. Сейчас тебя испугают. Я буду готовиться сразу. Ну-ну-ну-ну-ну. Да ну всё нормально. О, следы кровавые, смотри, Димончик, на полу. О. Ой. Ай-яй-яй-яй. Ты видел? Ах ты, зараза. Они нас хотят убить здесь всех. Ну, не убьют, Димончик. Не в этот раз. О, тут свет откуда-то идет. Яркий свет. Так, я здесь расковыриваю досточки. Да, вон револьвером надо. Во, здесь еще куча всего. Надо гранатку просто взять и кинуть. Где моя граната? А, я гранатку не могу. А, не могу, Димончик, там граната. Не заходи. И тут кину гранатку. А, меня тут не кидает. Отходи, отходи! Давай зайдем, только никогда не кидай. Ты знаешь, такой этот надпись, вы уничтожили ключ. Я угорать буду. Опа, здесь свет отключили. Табуретка, не мешай. Я иду за тобой. Чекпоинт unlocked. Кстати, там я пропустили, мы там еще одна дверь была, давай, не пойдем. Вот мы сейчас продвигаемся по карте. О, Диман, это шипы с другой стороны. Мы там, ребята, пропустили еще одну дверь. Надеюсь, там что-то важное будет. Мы не зря шли. А, вижу. Еще ниже есть. Ай! Да ты что выскакиваешь так, а? Терножопый. Слышал? Зомби. О, слышишь? Водички нельзя хлебануть? Больно. Зомби всю воду выпили. О, это дверь с другой стороны. Все, я понял, где это мы. Все, смотри. Я как раз сюда заглядывал. Меня притянуло. Опять черная какая-то зараза. Давай сюда. Сейчас я ее убью. Не убивайте, что ли? А, она мертвая. Яй-яй-яй. Да ё-моё, лестница обвалилась. А, я упал. И тут столкнулся с лестницей. Эх, не могу теперь подняться. Прикинь, меня кто-то с лестницы столкнул. Она обвалилась просто, и у тебя, и у меня одновременно. Значит, нам не рассчитано наверх идти, надо спускаться. Не, я наверху вообще-то сейчас ползаю. Так, я с тобой. Я считерил, на В пролетел. Тут свет отключили. Так, это мы где? Это не в том месте, где мы... Смотри, нет. Там, короче, человек плачет за дверью. Опа, закрылась дверь. Там человек плакал. Я вижу, но он закрыл. Не, на цене буду удалять, так будет неинтересно. Он не хочет с нами разговаривать. Диман, вентиляция. Да, разломается, нет? Она искусственная. Она не настоящая, что ли? Да, искусственная. С красителями и консервантами. Так мы отсюда пришли. Нет, это вообще кухня. Откуда мы сюда пришли? О, розетку надо вставить. А куда? А сюда. Ой, я что-то включил.
Вау. Волки завыли вот сразу. Ух, тут сколько шняжек. Шняга шняжная. Какие-то тут картинки стрёмные. Да? Но эти стандартные из Half-Life, а вот это я не знаю откуда. Это же разработчики запилили. Это тоже из Half-Life. Мы так и не нашли ключ, чтобы дверь открыть. Написано Child. Так, пойдем. Мне кажется, нам надо вниз туда идти. Да, все. О, бежит. Ты дурак, о, что ли? О, ты чё творишь? И жизни ж не видно, я не знаю, сколько у меня жизни. Ох ты, ему расквасентил всю рожу. Еще идут. Видно, какой-то скрип сработал, и они начали нас атаковать. Да отвалите вы. Дурак, что ли? На-на-на, получай, получай. Отлично. Оба-на, еще. Расквашу все морды. Есть. Патронов нет. Дробаш. Димас, у меня прям это такое прям. Хочется прям посмотреть, что там находится за этой дверью, так что я открою. Ну давай. О, да тут псих какой-то сидит, получается. Никого нету. Просто. А, ну не рассчитано, что мы сюда. Не рассчитано, что мы сюда зайдем. Ну тут очень классно было. Ну мне кажется, ребята, всем было бы интересно, что там. Это комната для психов, раз она мягко. О! Как будто так и было. Ну все, теперь она не открывается. Если что, мы туда не заглядывали. Никто не докажет. Доказательства есть? Звуки опять какие-то. Как будто что-то стукнуло где-то внизу. Так, решет. Пошли вниз. Все, мы здесь да, полностью все исследовали. Тут точно ничего нет. Вот, дверь открылась здесь. Она была закрыта? Да. Ой, дверь здесь еще заколочена. Может нам сюда? Сейчас мы зарядимся немножечко. По-любому сюда. Тихо. Ты там висишь соплями своими. Думал, нас подловит, да? Нога. Да, мы уже выучили. Топ-то. О, халява. Люблю халяву. Продолжаем. Так перед носом прикольно закрылась. Бак только. Чё это за фигня такая? Значит, нам, Димончик, туда нельзя. Беги. Возвращаемся. Беги. Ты чё тут? Раскричал. Ух, я ему в лобешню зарядил. Ты ее сам открыл? Да. Не, Дима, значит, нам по сюжету не надо ее открывать. Значит, нам туда не надо. Да я не там открыл, я ее нажал на Е, она открылась. А, значит, мы правильно. О, смотри, перила тебя по голове сейчас даст. Фига себе. Смотри, это сейчас чувак оживет, смотри, Димон. А, не. Не ожил. Че, наклоняться должен, хочу так пройти. Блин, на 5 мегабайт карта просто реально много весит. Мы играли по 80 мегабайт, и такого не было. Стул. Стол. Сейчас мы что-то будем тут ожидать. Воу-воу-воу-воу, тихо. Течка. Зеркало должно быть, которого нет. Просто стекло. О! На, расквасили его. Вставай, Сереж! А что, зомби в туалет разве ходят? У зомби тоже есть свои нужды, да? Ага. Так. Душевые. Ух ты, черный черт! Выскочило такое. Ключ, Диман, все, я взял ключ и канистру. И канистру, да. Интересно, зачем нам ключ и канистра? Сожги себя и открой дверь. Да ну. Не вставай. Заряжайся быстрее. Ох, он долго заряжается. Сейчас я выйду. Да вот это ему тут зарядил в лобешню. Так. Так, у нас есть канистра, которая не знаю зачем. Может, нам надо ключ облить бензином и поджечь? Да, да, да. Тупее я еще не слышал. О, здесь можно открыть двери. Ой-ой-ой. А, нам нужны канистры, чтобы открыть эту дверь, видишь? Понял, да? Мы еще не залили в него бензин, не? Вот здесь мы будем искать бензин, иди сюда, ну здесь надо будет его продолжать искать, смотри. Пошли. Блин, длинная карта, оказывается-то. Очень. Не очкуй, я так 100 раз сделал. Я очкую. Тут канистры нет? Опа, канистра есть еще одна. Канистры нет, да. Фиг. Не, ребята, мы так не договаривались. Так, может тут канистра еще есть? Почему хоть крабы от нас убегают? Они нас боятся. Они наши ролики смотрели, знают, что мы жесткие пацаны вообще. Уго, тут. Крабов. Еще Димон канистру нашел. А я взять не могу. На тебе на всякий случай.
на праздник. Да что ты, сейчас всю хату разломаю, пока в тебя попаду. Ну вот. Да вы пиндился. Адекватные. Че, пошли дальше. Закрыто. А, меня атакуют. Ух ты, ты че с неба падаешь тут? Тут ты вообще упал? Нашел что-нибудь здесь интересное? Так, патроны и аптечка, мне это радует. Краснодрабодаш. Ай-яй-яй, схватило меня. Рыгачка висячая. О, черножопый зомби. Зомби-негр. Зомби, да. Ты чё? Опять тут блювотины свои блюешь. Блювотиной блюешь? А что такая карта? Вот бензин. Димончик взял бензинчик. Ну и там зомби был еще. А что тут? Что, может, три канистры больше не надо? А, больше не надо. Ну что, возвращаемся тогда туда? Не, подожди, мне кажется, эту дверь можно как-то открыть. Давай еще эту дверь откроем. Тут давай, пошли. Будет эту дверь под... Я иду. Ай-яй-яй. А-а-а. Классно сделали, что... О-о-о, все. Неужели мы выбрались? О, мое, все. Там мы не выбрались, нам еще. Ой, по тебе не попал только что, то так кровью было мало. Не хотел. Просто ты низкий, и хочется над тобой стрелять, ну, попадаю. О, супер-мега битва. Да мы этих битвы уже знаешь, сколько пережили. На тебе жопень. Блин, я жизни своей не вижу. Ты самый быстрый, думаешь, тут? Да и не такие гасили, тут сейчас клавиатура. Ой, меня убили. Тут можно было закрыться, кстати, за дверью. Надеюсь, зомби двери не умеют открывать. Так, ребятушки. Ой, их тут. А, мы здесь мясо и устроили. Куда собрался? Не, у нас все-таки дробовик, у меня кажется, более эффективнее. Я столько патрон потратил на них, это просто жесть. Ты мне вообще молодец, отстрелялся, а я слился. Вы что, не отпускать нас не будете или что? Негры-зомби, уходите. О, тачка. Все, мы уехали. Ребята, мы прошли эту карту. Я же заговариваюсь немножко. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.